Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Red Dead Smart Show. Мы все так же продолжаем Bioshock. Я не буду ничего лишнего говорить, просто поехали. Итак, мы остановились на станции Прометей. А на чем именно мы остановились? По-моему, нам нужны феромоны и голосовой передатчик, что ли, что-то типа того. От большого папочки. А, мы вроде прошлись по одной стороне, нам нужно еще на другую сторону. Блин, я только зашел, и меня сразу обзывают свиньей. Вы обнаглели вообще. Ладно, короче. Короче, пошли на эту сторону. Так, пока оставим. У нас здесь что есть? Так, по сути, у нас все есть. Просто погнали. Давайте слева начнем. Здесь ты найдешь голосовой ящик, чтобы твой голос стал как у большого папочки. Ну зашибись. Так. Не понял. Что здесь делаешь-то? Дай пройти. А ты как сюда попал? С другой стороны, что ли? Что тебе надо? Вау. Странно, что-то он не подыхает. А что, все, он сдох или что, или где? Где он, кстати? Так. Так. А что, куда нам? Я вышел. Стоп, а это что? Так, окей. У меня уже есть осколочная граната. Так, блин. А чё, а где он теперь? Где мне искать? Вот, блин. А ну, пошёл к чёрту. Всё, сдох. Так, ладно. Ладно, у меня это полное. Давайте по порядку начнем. Все мы вот отсюда. Так, зажигательные болты у меня есть. Так, пока что здесь. Пройдемся. Готов признать, Фонтейн проявил предусмотрительность в этом своем плазмидном бизнесе, но он никогда толком не смыслил в торговле. Зачем-то прятал этих девочек. Я видел предварительные схемы плазмидных аппаратов, и это как раз то, что надо. Помяни мое слово. Если подать это как следует, сестрички станут золотой жилой. Ага. Так, сохранимся и пошли дальше. Ты же горишь, балда! Ну и ладно. Так. Чё тебе сразу иди сдохни, а? Так.
Ох, блин. Да вот ты чё, охренела что ли, а? Да они реально охренели просто. Так, окей. Так. Ладно, этого я попозже прикончу. А, мне физически тонет. Так. Вот так вот сделаем. Чтобы я к своим, видимо, не был. Восприимчив, скажем так. Так, а что, взломать? Ну ладно, взломаем, что, посмотрим, что здесь. Так, у меня напалма до хрена. И мины реагируют на движение до хрена. Короче, сейчас... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ты где? Воу-воу-воу-воу! Чувак, давай поаккуратнее как-то, ладно? Ты здесь не один. Воу-воу-воу-воу! Давай, еще одна граната. Так, стоп. Вроде. И чё, и мина реагирует на движение. А чё, больше нельзя что ли дать? Обалдели, блин. Блин. Ты чё, засранец. Вот. Так, тебя мы спасаем. Последняя сестричка на этом уровне. Так. Мир так ужасно изувечен, не правда ли? Как мне отблагодарить тебя за доброту? Я пошлю еще одну малышку с подарком в знак нашей благодарности. Круто, спасибо. У меня до хрена всего, слушайте. Просто до хрена всего. Гори, 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 давай, гори. Вот, сгорел. А где ты там? Давай, давай, гори, давай. Блин. Так, а у меня есть еще? Ага, я только что взял. Так, окей. Что здесь еще есть? Ага. Круто. Так. Ну, пускай будет нормально.
отпускай. А, он взорвался, блин. Все, сломал. Ну, бывает что. Ага. О, сколько здесь мама, всего. Это я. Это мама. Пожалуйста. Не трогайте мою девочку. Зачем? Райан выслал еще боеприпасов. Наверное, чуял недоброе. Я запер все это рядом с защитными лабораториями и поставил футбол 19-21. Хотя не думаю, что это нам понадобится. Вот и сдохло. Против большого папочки? Ну вот тут я смотрю, смеет против меня выступать спокойно. Поэтому как бы им вообще насрать? Так, у меня сумка полная. На что мне потратить? Так, сохранимся-ка. А надо еще плазмиды перезарядить. Так, окей. Так, окей. Какая красота. Нет, это дробовик. По сути, можно уже патроны понабирать здесь. Чё, опухел же, что ли, я смотрю, а? Блин, я лезу просто в самый кипиш. Вот оно мне надо, что ли? Самый кипиш здесь. Нет, я же лезу, блин. Ты откуда взял-то? Обалдеть, ну. Не, серьезно, откуда он взялся? Куда мне бабло свое тратить? Да. Скажите мне наверное три вещи. Свободный рынок, свободную волю и свободных людей. Так, окей. Химический распылитель. А здесь электричество я не должен выключить, нет? Блин, а у меня автозломчика-то нет. Так, окей. А вон там вот что? Вот это что такое? Это я должен оттуда, что ли, попасть? Так, окей. Если что, здесь у нас... Блин, зачем я еще раз сохранил? А, нет, или я не сохранился? Ладно. Окей. Блин, до хрена бабла? Взять не могу ни хрена. А, стоп, я же здесь был. Уже забыл, что я здесь был. Есть кто живой? О, кажется, я здесь найду. Я здесь найду свое. А потом на меня все нападут. Ладно. Вот, вон там вот что-то светится. Есть кто живой?
Так, вот автозвон, вот то, что надо. Так, взрывающийся картеч. Так, набрал вроде нормально. А, у меня же в два раза больше теперь делается. За нахер? Ты где? Так. Эксперт по сигнализации 2. Вой сигнализации нет-нет. Да мешает вам эффективно взламывать замки? Тогда вам непременно нужен эксперт по сигнализации 2. Генный тоник, ловкий взломщик. А, это типа, что я должен заменить? Так, ловкий взломщик. А у меня нет. Ладно, хранить в банке. Эх, это вообще на что менять. Так, это модификация голоса. Классно, блин, ознакомительный факультет маленьких чудес. Круто. Ничего не скажешь, круто. Вау, а он быстро начал стрелять, блин. Вот что значит модификация. Ты задрал меня уже. Ты меня уже задрал. Где факультет маленьких чудес? Ну-ка. А я что, должен электричеством, что ли, долбануть? Или чем? Так, ну-ка. Блин, точно. В смысле? Чё, что ли, надо? Нифига, сразу надо заходить. А, это панель отключения роботов. И чё это значит? Она поднимается, что ли, или чё? Я должен за это время успеть, что ли, прибежать? Ты чё это? Да, блин, ты задрал! Пошёл в жопу! В жопу пошёл! Да ты задрал! Всё, наконец-то, блин! А чё, мне пофигу на электричество, что ли? Я понять не могу. Круто. Чё ещё скажешь? Нет, давайте с той стороны выйдем. Хоть какое-то разнообразие будет. Так. Так, и надо нам здесь прикупить кое-что. Так. А, ещё ж сюда надо. Так, сохранимся. А там вроде же не было никакой двери. С той стороны. О, новый дневник. Фонтейн мёртв. Тем хуже для Фонтейна и тем лучше для Сушонга. Поиграем в недоступность, и мистер Райан скоро по мне соскучится. Теперь, когда нет
больше не Таненбаум, не Фонтейна. Только Сушонг знает все о маленьких сестричках. Как я и говорю, тем лучше для Сушонга. Тут вроде не особо много полезной информации сейчас было. Так. Раз, когда кто-то хочет заставить другого работать на себя, он вызывает контролирую. Маленькая девочка. А-а-а! Так, вот. А, мне теперь нужен генный банк, да? Ну ладно. Я же еще здесь не был, да? Бляха-муха. Так. Так, мы выращивали малышек чувствительными к некоторым запахам, феромонам. Но это не то же самое, что побрызгаться одеколоном. Тебе понадобится 3 промышленных впрыскивания этого вещества. И тогда малышек потянет к тебе, как пчел на мед. Тебе надо собрать 3 феромона. И тогда от тебя будет так же мерзко нести, как от большого папочки. Окей. Это что он кидает? А когда ты успел? Перебежать что ли? Или что ты сделал? Ты что, перебежал? Что ты сделал-то, блин? Окей, ты сдох. Это уже хорошо. Окей. Могу только порадоваться, что я далеко от тебя и от этой ужасной вони. И почему малышек так тянет на запах феромонов? Это за пределами моего понимания. Я понимаю, почему именно дети. Но почему только девочки? Этого я точно объяснить не могу, просто знаю и все. Фонтейн говорит, ну одной спальней в сиротском приюте будет меньше. Просто поразительно, как Адам влияет на их маленькие тельца. Их клетки замещаются стволовыми при малейшем повреждении. Ни хрена себе. Эти практически неуязвимы. Жаль, что нельзя сделать то же самое со взрослыми. Какой спрос был бы на неубиваемых людей. Вау. Блин. Что-то я затупил. Блин. Короче, ладно, потом туда. О, комментарий разработчиков. Не, потом лучше на стриме. Все, кому надо, уже посмотрят. Не будет никаких спойлеров. В смысле, это что сейчас? Круто! Круто ты, чувак, застрял. Вот сволота. Ни хрена его затыкали, бля. Ты голоден? Так, это большая папочка, но нам он больше не нужен, так как у нас уже есть 3 сестричек. Пойдет так.
соединение. Сейчас обязательно кто-нибудь отживет. Нет, смотри-ка, никто не ожил. Так это человек? Дайте мне чипсов! Дайте мне чипсов! Дайте похавать! Очкастая тварь, блин. О, вот он где последний был. Да, вот теперь у нас есть большой папочка. Готов? Тогда отправляйся искать маленьких сестричек на испытательном полигоне. Классно, блин. Воу-воу-воу. Конечно, напугает. Ты же очкошник. Так, а револьверные патроны у нас тоже очень много их. Будем пока так ходить. Давай, давай! В смысле, давай, ты... Какой-то холодильник, что ли? Вот ужас. А нахрена мне еще? А нахрена лишнее-то сделали? Странно. Так. Медвежатник 2. Ваши враги пытаются запереть то, что принадлежит вам по праву. Не позвольте им лишить вас заработанного тяжким трудом. Верните свое имущество с помощью Медвежатника 2. Корпорация Суперхакер всегда на вашей стороне. Вот так вот. Так, есть что здесь? Зашибись. Но здесь какие-то... Есть еще кто? Кто-то хотел тупую машину, или кто-то хотел обратиться к тупой машине? Ладно, это все фигня. Вот генный бал. Так. Радость хакера. Так, радость хакера мне не нужна. Маскировка безопасности, медэксперт. Ну, давайте лучше медэксперт. Хотя это все нафиг нам не надо. Так. Так, так, так. Походим пока с этим. Окей, все полное. Я понял. Вау, вау, вау. Нифига себе, блин. Легкое нажатие и все. Так, тихо. Тихо. Я сказал тихо. Она что, меня била током, что ли? О, как все, блин, по краям-то плывет. Да. Что это за место? Че, чисто ради патронов, что ли? Или мне туда надо? Где ты? Пожалуйста, выйди. Мама хочет взять тебя на ручки. Да пошла ты. Нормально. Так, короче, мы там ходили, мы здесь ходили. Что-то всего до хрена. Так, ну вот, нормально все. Так, это мне вниз, что ли, надо? Меньше и меньше. Ты же знаешь, проблем
Так, окей, мы здесь везде были. Тебе надо выманить их из укрытия, и тогда они пропустят тебя в дверь. Давай, стукни погоди. По руку гаечным ключом. Погоди, я еще в одном месте не был. Еще рано. Я вот здесь вот не был. Маленькие чудеса. Эндрю Райан задает вам простой вопрос. Скажу Штайнману. Девушки в очередь за мной выстроятся. Только профилактику пройдут. А что, мне сюда не надо, что ли? Погоди. Ну и чего же ты ждешь? Давай стукни по люку гаечным ключом. Блин, нахрена я сюда пошел тогда? Что такое, Мэри? Неважно, ты видишь. Голова кружит. Атлас, друг паразитов. Так. Постучите по ближайшей отдушине гаечным ключом. Воу-воу. И прошу тебя, для меня это очень важно, чтобы ты был с девочками помягче, мои кляйные малышки. Чего, прости? Помягче? Я их бить-то не собираюсь так-то. Ну хоть что-нибудь надела бы на ноги, а? Чё по секунду ходить? Мне сюда, что ли? Окей, куда мы тогда попадаем? Испытательный полигон. Классно. Это я должен... Испытательный полигон, я не понял. Это с ними, что ли, испытательный полигон? Испытательный полигон маленьких девочек. Классно, у тебя пушка. Они отведут тебя к фонтейну, но ты должен их оберегать. Это будет не так уж и легко, поэтому мы сохранимся. Только не беги слишком быстро, ладно? Так, большую часть ты даже не помнишь. Тебя еще младенцем засунули в субмарину. А куда мне? Чё ты меня путаешь, блин? Окей, видеокамера. Аптечка. Генный банк. Бинты. Так, мне нужны болты-ловушки, наверное, да? Да, вроде болты-ловушки. Блин, ты что, издеваешься, что ли? Так. А чё мне еще надо? А. Так. Это? Ага. Так, и пока что нормально. Надо ещё ж сохраниться. Чё-то, блин, не знаю я, чё это за место такое. А мне сюда надо, не надо. Окей, ты взорвался. А где тот горящий человек? Так, стоп. Стоп, погоди. А здесь что тогда? Мне же интересно. И чё, и всё? Надо пожрать. Ясно. Чё это было? Я стал слишком большим.
Так. А, блин, все есть. Офигеть, у меня все есть. Окей, значит, мне вот сюда вот. Не понял, ее уже ранили, что ли? До хрена у меня. Здесь, значит, погнали. А где ты хотя бы? Так, окей, мне сюда, значит. Блин, хрену гонишься за этой девкой маленькой. Не беги слишком быстро, ладно? Мне куда идти-то, блин? Так, стоп. Вот куда ты торопишься, да? Так, тест. А, субъект теста получается. Это типа того. Посмотри на них. Даже хотя физически им больше не нужно заниматься сбором. Ментальные путы Сушонга все еще действуют и заставляют выполнять эту ужасную работу. Рыбина. Эти грехи нам никогда не искупить. Что, блин, происходит? Окей. Мистер Бабблс голоден, ты хочешь сказать, да? Я зол. Ух, как я зол. Hurry, Mr. B. I can see an angel dancing in the sky. Hop, hop, Mr. B. No time to waste. Hop, hop. I would not have said that it's hop, hop, of course. Let's be careful. Time to go, Mr. B. Hurry, Mr. B. Ангелы, какие еще нахер ангелы, блин. О, так может держать ее. Чтоб не бегала, тебе не надо. А, ты вот сюда вот. Так, мне нужны противопехотные тогда. Осторожно. Они своими сборами наверняка привлекут мутантов. Да само собой понятно. Давай, гори, гори. Hurry, Mr. B.
Ах ты, сволота, а? Болоты вы поганые, а? Чего вы на детей-то нападаете? Погоди, ты где? Вот ты дура, блин. Вот ты дура, а? Притормозила бы хоть немного, а? Я что, должен его убить, что ли? Слушайте, ваш да. Восторг на подъеме. Ты сволота! Защищать малышек. У них больше нет Адама. Теперь они уязвимы, как обычные дети. Да ёлки-палки, а. Если одна малышка погибнет, ты можешь позвать другую через люк. Но каждая утрата — это грех. Ну извини, эта дура попёрлась так. Чё я, блин, поделаю с этим? Ой, блин. Зашибись. Мне ж нужно переключить патроны всё-таки. Айда, пошли. Сдохла она, давай, 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 живей. Шевелись. Сдохла твоя сестра. Вот черт. Стой на месте! На месте стой! Кому говорю? О, ни хрена себе, упала, что ли, на него? Так, не хулигань только. Не бегай куда не надо. Стой на месте. Я патроны соберу. Ой, блин, опять попёрлась, а? А чё, на неё не реагируешь, что ли? Окей. Прячься за меня прячься! Ах вы твари! Вот так вот! Зашибись, конечно, блин, напали, а! Зашибись, половины уже нет. Ну ёлки-палки, а. Я для чего стараюсь? Чтоб ты жила, а ты, дура, под пули лезешь. Так, стоп. Мужчина, реагирующий на движение. Так, окей. Ой, еще один что-то. А тут задрали уже. Так. И что мне теперь использовать? Опять картечь? Давайте взрывающийся. Живее, споры привлекут мутантов. Где они? Ни хрена себе не прыгают. Давайте. Идите, твари. Hop, hop,
будешь работать или нет? А что ты не занимаешься своим делом? Или типа все? Задрали, ей-богу, задрали уже. Или мы все, должны уже идти? Слушай, с тобой хрен поймешь. Серьезно. Ты, блин, серьезно? Шевелись давай, иначе тоже сдохнешь, как твоя сестра, блин. Не понял? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Элитный громила? Пусть уж лучше девочки будут с тобой. Лучше с тобой, чем в одиночестве, одни в пугающей темноте. Да. Повезло же им со мной, вообще повезло. Хап-хап. Да, хап-хап. А, сумка полна. Hurry, Mr. B. I can see the angels dancing in the sky. Слышь? Шевелись, давай, шевелись. Чё встала, блин? То убегает, то, блин, еле-еле идёт. Time to go, Mr. Давай. А чё нам... Погоди-ка. Hop, hop, Mr. B. No time to waste. Don't be a slowpoke, Mr. B. О, круто. О, не, ладно. Все, все, давай, поперли. Давай, давай, шевели. Ты задрала. Шевелись. Встанет, блин. Ну нормально, это как ты пробежала-то? Ну-ка, у меня зимняя стужа есть. Хрен там, нет у меня же зимней стужи. Придется так идти. Тормози. Да ладно. Так, это мне нужно вот так вот. Это мне нужно вот так вот. Ага. То есть я почти рядом с фонтейном, значит. Так, используй иглу сестричек, чтобы выжать весь Адам у фонтейна. Это единственный способ справиться с ним. Так, погоди-ка. А чё это? Фонтейн ждёт наверху. Пути назад нет. Так что будь уверен, что готов разделаться с ним, прежде чем двинуться дальше. Ну чё, вроде я готов. Я потерял только одну сестричку. Здесь чё у нас? Это не то? Офигеть, у меня все полное.
Ну, кажется, я готов. Возьму эту хрень, чтобы его в ловушку сразу взять. И... О, так это финал, ребят! Это финал! Я одолею Фонтейна. Игра вот сохранена, но на самом деле она ни хрена не сохранена. Мы с Немкой запихнули тебя в подлодку. Куда с Немкой? Тебе года два было. Ты был моим тузом в рукаве и одновременно был мне почти как сын. Вот почему это так больно. Предательство, малыш. Жизнь. Капец. Это не только бизнес. Успели прочитать, нет? Если я погибну, то придется с последнего сохранения. Это кто там? О, еще раз. Супер. Это ты, что ли? Ну я как бы нашел Фонтейна. А через него еще выкачать атом надо? Давай, быстрее ударь его иглой. Вау! Ни хрена себе, блин, ты! Вау! Вау! Ни хрена себе, охотничий, блин! Вау! Вау! Чувак, потише! Чувак, ты сейчас все подорвал? Блин, где ты? Где ты? Я не... Ты что, опять что ли там наверху? Да ёлки-палки! Выкачиваем. И опять леща получаем. Это что он кидает сейчас вообще, я не понял. Окей, выкачиваем последний атом из него. Ох, как леща получили. Зашибись. I called you back, showed you what you was, what you was capable of. Wow. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. And I tattooed inside your head. Now if you don't call that family, I don't know what is. Плохо без субтитров. Во-во-во, правильно, давайте его. Они выкачивают из него, сейчас. Давайте, выкачивайте его. Во-во-во, правильно. Так его. Зашипись. О! Я что, снова человек, что ли? Или что? Они предложили тебе свой город. И ты отказался. Что же ты выбрал? То, чего они ждали от тебя. Ты спас их. Ты дал им то, что у них похитили. Вау. Ты дал им шанс. Возможность учиться. Найти любовь.
жить. И что ты получил в награду? Семью. Ты так и не сказал. Но я догадываюсь, ты обрел семью. О как! Подождите, то есть... Два капусты и два Австралия. То есть, получается, это весь финал. Я вот захреначил болтами-ловушками. Мне их хватило сколько? Штук 10, наверное. Или 11. Хз вообще. Может, даже 9 штук. Я точно не считал, конечно. То есть, мне больше ничего не нужно. Так, тихо. Больно громко было. То есть мне понадобилось всего лишь около 10 болтов ловушек и одна аптечка. Я его не сжигал, я его не замораживал, я ничего не делал. Это у нас типа хорошая концовка, что ли? Что мне нужно было всего лишь 4 раза из него выкачать атом и все. И все остальное дело, по сути, сделали... Ну, по сути, добили уже сестрички. И это у нас хорошая концовка, потому что он вместе с ними всплыл, получается. Он их растил, он их выдал замуж. У него появились внуки, там внучки, хрен знает вообще какие внуки, скажем так, в общем. И он умирал в больнице, получается. Ну, может, это, конечно, на дому была кровать и установка вся для жизнеобеспечения. Но он умер в кругу семьи. Главный герой наш. По сути, это у нас хорошая концовка. Я вот читал, что оказывается не две концовки, а три. То есть есть еще какая-то нейтральная концовка. Круто. Ничего не скажешь, очень круто. Но немного меня, конечно, финал разочаровал. Я думал, что будет посложнее. Все-таки босс Фонтейн. А я его болтами-ловушками захреначил, блин. С одной аптечечкой. И 10 болтами-ловушками. Ну, может, это из-за сложности, так, средняя сложность. Но все равно... у меня с этими сестричками я хреначил этих мутантов. Было намного сложнее, поскольку одна сестричка погибла, у другой полжизни. Все, уже нет. И это было куда сложнее. Очень интересно, на самом деле. Почему так легко? Но эту игру мы еще раз будем проходить на стриме. Получается, мы будем уже опустошать сестричек. Мы будем получать намного больше атома. Я буду дохренища этих генных модификаций закупать. То есть, по сути, у меня еще осталось где-то... Ну, 380 у нас было. Минус 160 это улучшение Евы и улучшение здоровья. Это, получается, у нас осталось еще 220 атома. То есть просто 220 атома. Круто. Вот. Интересно посмотреть на плохую концовку. Это у нас была хорошая, а у нас еще будет плохая концовка. Это будет действительно интересно. Там реально будем по хардкору. Сложность я увеличу. Быстро будем проходить. Уже знаем, что, как, куда вообще. Но... Я устрою голосование. Поскольку подряд Биошок прохождение, Биошок на стриме, это будет слишком, мне кажется. Я устрою голосование. Через недельку, может, и устрою стрим. Надо там много еще чего настроить. А с вами был Redless Mertz. Вы были на, конечно же, канале Redless Mertz Show. Это очевидно. Всем до встречи и всем пока.